Всем привет, всем хорошего денечка. Я в Новомихайловском. Мы собираемся в Горское. Везде показывают погода, что везде заливает. И, кстати, мне пришло предупреждение тоже, что с 22 по 24 июля ветер. Предупреждение от МЧС, что ливень, град, смерчи. Вот сегодня у нас суббота. Я вчера пришла, отработала два тяжелых дня. Было, ну, в общем, это совсем другая история. И всю ночь, конечно, лил дождь. Такой дождь. Я думала, знаете, как из ведра выливают. И перед тем, как поехать в Горское, решила вот пойти посмотреть все-таки, как обстоят дела. Все нормально. Предупреждали также, что уровень воды в реках поднимется. Но тьфу-тьфу-тьфу. Немножко поток бурный, конечно, бурноват, скажем так, но все нормально. Вот так вот дети играют, кидают бутылки зачем-то. Небо вот в Лазаревском я посмотрела, вообще все заливает, заливает все. Там прям бурные потоки рек. Не рек, как сказать-то, образуются бурные потоки рек. Естественно, свою питомицу я беру с собой. Вот там тоже, видите, какое небо непонятное. Где-то там далеко идут дожди. Это вот Сочи, Лазаревский, туда, в ту сторону. А мы сейчас с вами сгоняем на пляж, посмотрим. Небо, конечно, красивое. Вот этим можно даже просто любоваться, да? Вот такие белые-белые облака, такие как из-за горы. Мы сгоняем сейчас в Горское. Решили с ночевой завтра, если получится все по плану, мы доедем в Амжит, в грязи. Хотела с нами поехать моя подписчица Надюшка из Улан-Удэ, но получилось так, что она в понедельник уезжает, и у нее нет возможности поехать с нами с ночевой. А я хочу погостить у мамы, потому что, конечно, отдых на туре Лезгинка, ребята, это просто это масса впечатлений, масса положительных эмоций. Но после такого тура нужен отдых. А я на следующий день на два дня на работу. Причем, говорю, летом у нас у продавцов горячая пора. Усталость была такая, что до слез хотелось уже, знаете, все, ну, тяжело. Вот. Сейчас мы не сутками работаем. Сейчас я работаю 2 через 2. Днем, в день. Молодая девочка у нас согласилась, ходит, ей удобнее в ночь. Но днем тоже работы еще в 2 раза больше. И люди, и приход товара. В общем, я 2 дня даже снимать ничего не могла, потому что настолько была уставшая. И, кстати, у меня так болит. Я же шандарахнулась там с этого, с гамаката. У меня там где-то синяк даже на лопатке, представляете? И болела. Но сейчас как-то уже отпустила. У нас деревья тут не... Ну-ка, а что тебя так близко снимают-то? Ну-ка, все, о. Здесь все-таки что-то строят во втором микрорайоне. В общем, решили взять скумбрии, какой-нибудь рыбки. От мяса уже устали. Вот, ты что, все плохо живем, да? Пожарить там на мангале. И, конечно же, попроведать маму. Сколько уже, неделю, 2. В общем, жду Наталью с Вовкой. Они ушли в агрокомплекс. И выдвигаемся. Какая прелесть, что работает кондёр. Это вы просто себе представить не можете. На улице у меня даже вот эта штука, на чем держится телефон, она вся растаяла.
Я включила на охлаждение прямо на четверку. Фу. Моторчик где-то мой еще идет. Стекло у меня так и не открывается. Ну ничего, скоро уже. Еще как бы хотела. Хочу попробовать себя. Не знаю, что получится в такси. Не знаю, что получится. Регистрируюсь в Яндекс. Сейчас вот выхожу на работу еще понедельник, вторник, среда. Не знаю, смогу ли я отстоять 3 дня. Отстоять, отбегать. Да, все-таки, знаете, я тут подумала. Я не плачусь, конечно, но я подумала, что, в общем, впереди такая неизвестность. И Наташке говорю, я понимаю, что работать, наверное, придется до смерти, а сил-то уже нету. Как говорила Фаина Раневская, конечно, вроде бы как бы так еще, да. Говорит, сколько фасад не маскируй, если внутри все уже... Уже болят ноги, уже болят суставы. Уже, конечно, хочется более какой-то спокойной работы. В общем, неизвестность впереди полная, что будет. Как будем жить, что будет. Поговаривают, что YouTube в России закроют к осени. Я начала блогерствовать слишком поздно. На мне все кончается. В общем, где-то их долго нету. Мы пока с вами развернемся. В общем, сейчас ездим на пляж. Посмотрим обстановку на пляже. Как тут не простынешь? На работе кондеры. Здесь кондеры. Но, опять же, с кондером, конечно, очень классно. Может быть, съездим в старый замок. В общем, сейчас посмотрим все по дороге, по пути, как все сложится. Надо отснять материалу на 3 дня. Погода вроде бы очень жарко на улице, очень. Но ночью такой дождина. Я прям проснулась от того ночью часа в 3-4, что, знаете, как будто из ведра просто выливают такой звук. Выглянула, вроде ничего не смывает. Порадовалась. В общем, нашему Новомихайловскому везет. В общем, едем на пляж. В общем, ребята, извиняйте, на пляж мы не попали. В плане в том, что мы объехали вокруг, припарковаться вообще негде. Все битком. Значит, и, собственно, на пляже тоже битком. Такое слово, да, дурацкое, битком. Постараемся остановиться в Лермонтово. Если будет где-то место для парковки. Потому что, ну, куда не сунемся, там за нами мужик объехал 2 раза вокруг, так и не нашел, где ему припарковаться. А мы едем на заправку и в сторону Джубги. Всем привет. У тебя музыка играет. В общем, мы съездили на заправку. Время 2:20. Выезжаем. Пробки, ребята. Сегодня суббота. Или оттуда убегают, где топит, с Лазаревского. Я говорю нашему Новомихайловскому, как в этом году. И везет, в принципе, я уже 10 раз сплюнула, конечно. Потому что стоит ведь только сказать. Вот едем. Сейчас засечем, за сколько мы доедем. Обычно я доезжаю за 20 минут, когда нет пробок. Но это еще только Михайловка. Представляете, что будет там Лермонтово и в Джубге. В общем, остановились на дороге, решили, вдруг в Лермонтово тоже места не будет поснимать море. А оно сегодня необычайно. Ну-ка, отойди с дороги. Перелазь. О, Господи. И мы вот через так... После санатория Солнечного здесь вот такой пешеходный наземный переход. Со вторым лицом канала. Но сегодня ветерок такой. Ну, прохладный ветерок, даже это лучше. Наташка с нами не пошла. Конечно, шумят машины.
О, какая красота. Да, сегодня, скорее всего, купание запрещено. Ну, это так обычно бывает. После дождя, о, какой шум стоит на трассе. Спускаемся, ребята. Здесь как бы недалеко кемпинг. Вон Ника. Это прямо между Лермонтова и Новомихайловским. Да, конечно, кто приехал на выходной. Море грязное. А там-то, посмотрите, какая бирюза дальше-то. А здесь все взбулындало. А там, за горизонтом, там, а? Здесь, конечно, не центральный пляж, а такой пляж, как бы дикий, полудикий. Но сами видите, да, что сегодня волны творят. Море вот там красивое. Там. Там где-то Новомихайловский. И как всегда все опошлит. Вот горы мусора, хоть тут и кемпинг Ника. Собрать собрали, увезти не увезли. Весь берег, конечно, будет. Пошли, Вова! Вот такое сегодня море. В субботу 20... Какой сегодня? 22, да, июля? Ну, если что не так, не обессудьте. У меня все дни... Вообще, не то что дни жизни пролетают, не успеваешь. В общем, а нам надо спешить. У нас там лежит рыба. Еще неизвестно, что пробки в Лермонтово в Дубе есть. Конечно, вот эти бы все места, да, широкие, сделать шикарные пляжи. Но у нас очень много но. Все, я пока прощаюсь с вами. Постараюсь этот ролик выложить сегодня, в субботу же, если повезет и будет интернет в Горском. Мы увидимся уже в Горском. Все, пока-пока. А иначе у нас там, говорю, рыба, все протухнет, пока мы доедем в пробках. Все, всех вас очень люблю. Море, море, мир бездонный, пенный шелест. Нифига не слышно, машины ездят. Всех вас очень люблю.